Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru. Давненько у нас не было конкурсов. Я не знаю, соскучились ли вы по конкурсам, но лично я очень соскучился по конкурсам. И Валера тоже соскучился по конкурсам. Короче говоря, у нас конкурс. И разыгрывать сегодня мы будем планшет Google Nexus 7. Первый вариант этого планшета. Второй на момент записи этого видео, по крайней мере, еще не было представлено. Так что самый лучший Nexus 7, который существует в природе, 32 гигабайта памяти, 3G-версии, в общем, полнейший фаршища. И что нужно сделать для того, чтобы добавить эту замечательную зверюшку в коллекцию своих электронных зверюшек? Ну, конечно же, три простых вещи. Какие это вещи? Во-первых, зайти на сайт ВКонтакте, вы должны быть там зарегистрированы, я, извините, вас об этом уведомляю, для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Итак, зайти на сайт ВКонтакте и подписаться на паблик наших друзей «Главканал». Ссылка есть либо в описании этого видео, либо вот тут должна быть аннотация. Это первое действие, которое нужно выполнить. Второе действие. Нужно перейти по ссылочке, еще одной, которая есть в описании, и по этой ссылке заполнить небольшую форму, представиться, ваш контактный email, чтобы мы смогли с вами связаться, и ссылку на ваш профиль ВКонтакте, чтобы мы могли проверить, подписаны ли вы на главканал. Ну и третий шаг. Какой же? На третьего шага нет. Всего два шага для того, чтобы выиграть вот такой замечательный девайс. Ну и сам непосредственно розыгрыш из списка тех людей, которые отправят свои данные через формочку. Я еще раз напоминаю, нужно обязательно ее запомнить. И из списка этих людей мы разыграем случайным образом, как обычно мы это делаем, кто же станет обладателем этой девайсины, свежей, запечатанной в коробочке, прямо привезенной откуда-то из Азии. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, все. Желаю вам удачи, участвуйте в наших конкурсах, смотрите Droider, смотрите наших друзей, и до встречи в будущем. Кнопка.